с вами Илья, и это новое видео по мобильной игре «Привет, сосед». Меня часто спрашивают подписчики по этой игре, личка просто завалена, до сих пор все интересуются Android-версией, поэтому я решил снять такое небольшое видео о положении дел на данный момент. Сразу говорю, поиграть у меня удалось пока что только с iOS-устройств, и, ребята, пишите, если у кого-то есть Android-версия, мне интересно узнать, пришло ли вам сообщение от разработчиков на вашу почту. По поводу даты релиза, сразу говорю, игра будет уже 27 июля, так что, по сути, ждать осталось совсем немного, и мы будем надеяться, что игра выйдет как на iOS, так и на Android в один день, и мы сразу сможем ее затестить. Также уже сейчас есть ссылочка на предварительную регистрацию, по идее, там и пользователи Android, и пользователи Яблока могут подать заявочку, и лично мне на iOS буквально через пару часов сообщение уже пришло. Ссылочку я, в общем-то, на бета-тест оставлю в описании, так что потом попробуйте. По самой игре, то, в принципе, тут все то же самое, что и на ПК, единственное, немного урезали графику, однако на телефоне игра смотрится просто замечательно. Ну и есть вот только один такой небольшой минус, нужно немного привыкнуть к управлению, и какие-то такие тяжелые элементы именно в плане управления персонажем тут выполняются прям крайне сложно по сравнению с тем же АПК. Таким образом, попасться соседа вы будете постоянно, лично у меня первые дня два прям вообще все тяжело здесь было. Я, кстати, также еще немножко по игре снимал летсплейчики, мы прошли с вами первый акт, немного поиграли во втором акте, и возможно еще скоро снимем далее прохождение, поэтому если вам интересно увидеть подобное, то напишите плюсик в наши комментарии. Также я еще вполне хочу немножко показать вам интересный баг тоже в этой игрушке, так что ждите скоро на канале. Ну а так, ребят, буду на этом на сегодня заканчивать. Обязательно жмите лукасы за этот видосик, подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в теме всех новиночек. Ну а так, будем заканчивать, до скорых встреч и пока.